Но основные цели, как и во всех горнодобывающих компаниях, это обеспечение промышленной безопасности, обеспечение безопасности работников. Второе – это у нас обеспечение законодательных требований. Как вы знаете, у нас по пункту 54 по закону промышленной безопасности это предприятия, ведущие горные работы в подземных условиях, геологоразведочные работы в подземных условиях, должна оснащаться системой позиционирования, аварийного оповещения, поиска под завалом. Третье – это, как и во всех компаниях, это повышение эффективности производства за счет снижения операционных затрат, за счет повышения производительности и так далее. Я считаю, что это вот, ну, самая основная работа, которую сделали, это оцифровка горных выработок и видеть уже через монитор, через онлайн, как бы я сидя здесь в Астане, вижу, как люди работают на руднике западной.